Добрый вечер, дорогие друзья. Тут немножко неудобно будет, но сегодня мы с вами будем готовить мужской завтрак. Точнее, что я? Ужин. О, правильно. Ужин. Будем с вами готовить. Для этого нам понадобится чашка. Для начала чашка. Это филе я купил в магазине у нас в Барнауле. Стоит оно 299 рублей за килограмм. Сейчас мы с помощью нашего волшебного ножа будем разделывать его. На мелкие кусочки порежем, чтобы быстрее сварилось. Это, кстати, подсказка вам. Не надо ее кусками туда бросать, в кастрюлю. А надо, чтобы она была маленькая. Да, кстати, еще и есть удобнее потом маленькие. Не надо их резать. То есть мы подойдем вообще философски к этому вопросу. Еще один кусочек хороший, такой добрый. О, какой. Филе. Хотя если лапша еще у нас, можно поесть, можно картошки там сварить. Да есть что есть, но захотелось просто мяса. Мясо дело хорошее, но особенно куриное, полезное. О, уже кипит, зовет нас кастрюля лютая. О, все. Посолить я уже посолил. Так, надо вытереть руки. Подождите. Так, вытираем руки. Так, и все это дело мы засыпаем. Соль там есть уже. Вот так вот ее. Вот кусочками. Чик, и сюда. Кастрюльку нашу. Пойдет. Я научу вас, как готовить. Варится на минут 30, может быть 40, можно сливать бульон и по новой, чтобы, если чем-то добавляли там в пищу, какие-нибудь добавки, чтобы они все уходили с водой вместе. Ну вот, сейчас будем не помешать обязательно ложкой. Вот это для мужчин. О, такой ликбез. Поверьте мне, с любым гарниром филе мяса заходит на раз-два, как говорят они. Вот такое видео. Я думаю, что оно поучительное. Дорогие друзья, кому оно понравилось, ставьте лайки, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Книж Путешествия Автомобилей. Подписывайтесь на мой канал. И в следующем видео будет приятного аппетита.